Конечно, мы обрадовались. Это кусочек нашей родины здесь. Да, полгода уже ходим в предчувствии этого события. Ждали дни, готовились. Отчитывали. Последние неделю вообще и часы шли на счет. Ой, с 2011 года, да. Когда еще он был в чемпионате, потом попал в высшую и хоккейную, континентальную. Постоянно и посещали дружбу. Стараемся игры не пропускать по телевизору. Во всем болеем, кричим. Понятно, что сегодня Донбасс очень молодая команда. Не хватает чуть-чуть, может быть, опыта. Но мы верим в команду. Тяжело. Да. Понятно, что та же Латвия, мы сейчас проживаем в Латвии, понимаем, что в команде Курбас играет 3 сборные Латвии. Уровень Латвии мы понимаем. Поляки, тут спорный и момент. Эстонцы обыграли. Есть будущее у команды. Мы верим в команду нашу. Да, видно было, что старались мальчики. Да, что самоотдача у ребят зашкаливает. Выжали все, что можно. Мы не сомневаемся, что они где-то сэкономили, отдали все силы, что могли. Ну, мы раньше с ними встречались, а в принципе, да. Сказали спасибо, мы с трибун, мы все матчи сопровождали. Да. Спасибо ребятам. Большое будущее в нашей команде. Хорошо, верим в команду. Да.